тренером. Скажите, пожалуйста, ваши батьки, что сегодня пишут? Старт игры. Просто стартанули ужасно. Потом просто догоняли, начали немножко агрессивнее играть в защите. За счет этого догнали, вышли вперед и в конце проиграли пару подборов, когда знаем, что нужно ставить спину. Сами отдали подборы, они забили легкие очки и знаем, что человек бросает Сидоров. Мы непонятно где бегаем в защите, он забивает 3 очка. То есть это была самая такая решающая проигранная атака в нашей игре сегодня, когда Сидоров забил 3 очка. Спасибо.